9 гектаров сельхозтехники, подготовка площадки межрегионального агропромышленного форума «День поля» завершается в Алтайском крае. Сегодня в Сибирский агропарк в Павловском районе завезут первые выставочные образцы сельхозтехники. С минуты на минуту на площадку выдвинется первая колонна машин. Остальные образцы прибудут в течение 2 дней. Напомню, Сибирский агропарк в поселке Прудской Павловского района – одна из крупнейших выставочных площадок в стране. Ее размер около 9 гектаров. Это почти 13 футбольных полей. В этом году на экспозиции представят около 500 единиц различной техники. Это самые современные комбайны, тракторы, сеялки и другие машины. Для участия в экспозиции уже зарегистрировалось больше 200 производителей из России, а также Белоруссии и Казахстана. Стартует мероприятие 21 июня и продлится 2 дня.